Всем добрый день! Сегодня готовлю фасоль спаржевую. Все продукты свои достала из морозилки. Что нам нужно для этого блюда? Ну, во-первых, лопатки спаржевой фасоли. Когда ее вы будете собирать на огороде для заморозки, старайтесь убирать помоложе эти стручки. Как проверить? Берете, ломаете пополам этот стручок. Если он легко с хрустом ломается, и как бы семя еще не сформировано полностью, но так, чтобы оно прям вывалилось из этого стручка, тогда эти лопатки фасоли пригодны для заморозки. Если вы, конечно, немножко передержали на огороде эту фасоль, то ее тоже можно еще зеленой сорвать и просто получить эти фасолинки и отдельно их заморозить. Кроме лопаток фасоли, которых мы берем в произвольном количестве, вот сколько нам захотелось. Бросаем сюда сладкий перец мороженый, порезанный. Бросаем 1 столовую ложку спелых чеснока порезанных, произвольно зелень укропа и петрушки. Сначала в утятницу мы наливаем подсолнечное масло рафинированное, раскаляем его и потом все это дело бросаем в эту утятницу. Накрываем плотно крышкой и минут 10 ждем, когда вот эти все продукты разморозятся. Потом перемешиваем, солим. Опять же таки плотно закрываем крышкой, потому что воды никакой я не добавляю, то есть в своем соку это все и на подсолнечном масле. Все это блюдо тушится полчаса. В конце можно добавить перчик, можно разный добавлять перчик, можно любые другие травы для аромата, кто какие любит. Это блюдо получается очень вкусным, очень ароматным, очень аппетитным. Его можно как гарнир к мясу, можно даже как просто самостоятельное блюдо для тех, кто любит овощные блюда. Все, спасибо за просмотр. Приготовьте все элементарно, просто и очень-очень вкусно. Всем пока!